Семейная пара, которая поразила нас на прослушивании в столице тюркского мира в городе Туркестан. Посмотрим историю «Welcome to Vegas». Замечательный многонациональный дружный коллектив и прекрасная семья Азиза и Хиляль сегодня, я уверен, покажут нам что-то особенное. Конечно, трансформация – это непростой номер. Ну, как бы такая планка есть уже, они уже повысили. Я даже не знаю, что они могут показать в этот раз. Мы очень скучали по съемкам, конечно же. Находясь здесь, ты чувствуешь себя, что ты очень талантлив, и что ты становишься популярен, и что ты звезда. Вот, поэтому мы очень надеемся, и мы очень, конечно, переживаем, но мы верим в себя и надеемся, что у нас все получится. Если честно, у нас присутствовал какой-то страх выйти на сцену, потому что когда артист долгое время не работает, это тоже дает последствия. Но выйдя на сцену, нас Серик Акишев и все остальные жюри нас так хорошо поприветствовали и дали нам такой заряд энергии, что мы даже не ожидали, что мы настолько красиво и хорошо выступим. Как 2 года назад мы мечтали вот попасть на ваш проект. И супруг всегда мне говорил об этом. И мы сейчас вот в полуфинале, мы очень рады. Супруг отправил все выступление своим родным, своей семье. И им было очень интересно посмотреть на своего сына, потому что они знают, что он не артист. И все говорят, насколько он выступил хорошо, насколько себя преподал. И они очень рады за него. А по поводу нашего номера, он его придумывал сейчас мой супруг. Там будет арабский колорит. И мой супруг будет очень рад поделиться с вами, со всей Центральной Азией, своей традицией, костюмом, танцем и постановкой. Из самого сердца Ливана поздравляем Азизу и Хилала с участием на проекте Central Asia's Got Talent. Очень рада, что они участвуют в таком замечательном, грандиозном шоу. И желаю им пройти финал и победить. Ура! Азиза и Хилал, победы вам! Я горжусь тем, что у меня такой талантливый сын. Победа за вами! И где и любом! Вы лучшие самые! Удачи вам шлем! Никогда не сдавайтесь, следуйте за своей мечтой. Мы очень рады, нам так понравилось. Yeah. Это незабываемые эмоции. Yeah. I miss them too much. So much, because already 2 years. Я очень скучаю по своим родителям, потому что не видел их около 3 лет из-за коронавируса. Это выступление перевернет ваше представление о трансформациях. На этот раз «Welcome to Vegas» удивят вас чарующей сказкой Востока. Встречайте!
шоу от Welcome to Vegas. Ребят, вы молодцы. Посмотрите на реакцию зала. Спасибо. Это было впечатляюще. Как настроение? Настроение отличное. Друзья, у нас в жюри главный скептик на предмет любых фокусов, госпожа Ситора. Давайте послушаем, что же она скажет. Они стали показывать лучше, и я заметила, что они доработали свой номер. Были какие-то нюансы именно со стороны молодого человека, но это ничего страшного, потому что номер удался, и вы показали настоящее шоу на сцене Central Asia's Got Talent в полуфинале. Спасибо большое за прекрасное шоу. Спасибо. Ну, что я могу сказать? Я просто благодарен нашей сестренке, которая оставила в Казахстане такого хорошего парня. Магия, она свершилась, она получилась. Я видел много таких номеров. Ну, достаточно, скажем так. Но для меня очень было важно, что вы смогли сделать то, что, как вы сами уже себе это запрограммировали, да? Я думаю, что теперь только слово за зрителями, за голосованием. Мы будем рады вам. Азиза, Хилял, я хочу поблагодарить вас за одну очень интересную вещь. Полуфиналисты делятся, наверное, на два таких как бы основных лагеря. Первый – это те, кто идет по очень рискованному пути и полностью жанрово, технически и так далее меняет номер для полуфинала. Это серьезный вызов, и не все с ним справляются. Кто-то идет по другому пути, совершенствуется в выбранном искусстве. Вы продолжили тему метаморфозы, но совершенно другой антураж. Технически, я считаю, очень-очень намного более грамотное исполнение, чем это было во время прослушивания. Крутая фишка с дымом, очень интересное начало номера от Хиляла. И в целом, композиционно, то, что вы сегодня представили, мне лично очень-очень понравилось. Это настоящий номер для полуфинала, и это очень серьезная заявка на победу. Я вам аплодирую. Топ Рахмет! Спасибо большое. Вы нашу географию еще и расширили Востоком. Большой привет и спасибо большое за то, что мы сегодня вот ливанскую культуру увидели на сцене нашего шоу. Круто! Если ты тоже талантлив и хочешь стать популярным, тогда снимай видео в iTube, набирай популярность и начни зарабатывать. iTube все свои. Смотри, снимай!